Вот в этом месте уже стоит вот эта собачка. Вот она вот, она шла, короче, прямо из города, с несколько километров. 3 дня назад я видел. Я сколько раз проезжаю, и ночью она здесь стоит. Вот. Вечером, днем, постоянно она вот здесь, вот эта собачка. Жалко мне ее. Она здесь вот в этом месте вот стоит уже 3 дня. Нет, 2 дня. 2 дня вот она вот здесь вот стоит. Это пипец, я не знаю, что с ней. Не иди, не иди, подожди, сейчас машину проем. Собьют нахрен. Прикиньте, она 50 километров она прошла. Офигеть! Офигеть! Если бы выбежали, блин! Пипец! Ладно. А может быть и больше. Песик, иди ко мне! Не бойся! Не бойся! Иди сюда! Иди ко мне! Шарик, песик, ну иди сюда. Иди сюда, иди, мой хороший, иди, иди, иди. Иди, 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 мой хороший, иди. Иди, 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 иди. Ну не бойся ты меня. Прикиньте, из города. 50 км пройти. Офигеть. И она вот в этом месте ходит и ходит. Она испугалась меня. Вообще пипец. На-на-на-на-на. На. Шарик, шарик. Шарик. Белка. Белка. Шарик. Вообще, блин, офигеть. Вот она в этом месте и, блин, это в сторону Сызрани дорога. Сызранская трасса. И я ее 4 дня назад видел. Какой 4 дня назад, блин, больше? Она ночью, не ночью, а вечером, короче, шла. Вообще недалеко от города она была. Я думаю, как ее фуры не собьют. А потом, позавчера, я уже видел ее здесь вот. И вот 3 дня она здесь живет. Сегодня 3-й день. Я не знаю, блин, жалко мне ее. Но она меня боится, может, она ждет кого-то. Может, ее кто-то выбросил. Люди же такие существа. Как говорится, собака преданная придет к человеку за 100 километров, за 200 будет пешком идти. А человек попользуется и выбросит ее потом. А кутят вообще утопит. Вообще трэш. Да уж. Жалко песика, конечно. Жалко. Ребята, сейчас я еду к этой собачке. Она здесь уже живет, по-моему, 2 суток. 2 ночей. Где-то вот здесь вот. Чуть подальше. Сейчас посмотрим, здесь она или нет. Но она ко мне не подходит, хотя бы ей кушать дать, вот хлебушек.
Он где-то вот здесь вот. Вот она, вот она. Шарик! 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 Белочка! Белочка! Белка! Шарик! Иди ко мне, шарик! Шарик, иди ко мне! На-на-на-на-на-на! Ути-ути-ути-ути-ути-ути! На-на-на-на-на, иди ко мне! Шарик! Шарик! Шарик, белочка! Тузик! Бобик! Мухтар! Мухтар! Рекс! Рекс! Пёсик! Иди ко мне! Пёсик, иди ко мне! Пёсик! Иди ко мне! Пёсик! Офигеть! Двое суток она вот здесь вот спит! Вот с одной стороны трассы и вот с другой! Она шла вообще из города, вот два дня назад я ехал, за 50 километров отсюда шла по трассе, пришла собака. Офигеть, как так? Я офигею, блин, ее просто, наверное, кинули, хозяева выбросили, увезли ее, она идет, только еще не доходит. Рекс! Рекс! Шарик! 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 Белочка! Рекс! Песик! Офигеть! Вот, блин, люди, а! Как так можно предать вообще животное, вообще вот обмануть его и растить, 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 потом, а, не нужен, взяли, выбросили и все. Я офигеваю. Вот она где-то спит вот в тех кустах. Я сегодня, короче, ребята, видео, когда буду делать, я скрин сделаю, фотографию этой собачки и выложу в ВКонтакте, в сообщество. Может быть, кто из местных, вот она сидит и все. Может быть, кто из местных узнает, блин, может, потерялась. Да вряд ли потерялась, просто выбросили. Да... Пёсик! Пёсик! Иди ко мне! Иди, мой хороший! На улице ветрище такая бешеная. Сегодня еще дождик в ночь пойдет, завтра. Сегодня в ночь и завтра будет дождь. И ветер штормовой обещает. Сколько там? 20 с чем-то метров в секунду. Офигеть, вы прикиньте, она промокнет. Она промокнет, пёсик промокнет и... Блин! Друзья, я не знаю, как вы думаете. Ну, блин, я приехал, как бы, вообще просто, хотел хлебушка дать ей. Ну, хотя здесь мусорки вот недалеко, здесь выкидывают. Тоже она, значит, есть чем пропитаться. Потому что там, вот, там, ну, там уже деревня, как бы, мусорки. Там все есть, огороды, вот. Насчет еды, это как бы так, ну, летом не проблема собаке выжить. А вот то, что дождь будет идти и сильный ветер, вот это вот проблема. Но она укроется, конечно, в кустах, но опять же, это не укрытие. Да, блин. Где мой песик? Ну-ка. Вот, ребята, смотрите, смотрите, ребят. Шарик! Шарик! Песик! Рекс! Эх, да! Никому не нужно животное. Ну я, ребят, по возможности здесь буду всегда останавливаться, следить за этой собачкой. Ладно, друзья,
Сегодня я постараюсь выкинуть в группу фотографии этого пса. Может, кто найдет, может, кто пожалеет, я напишу описание. Ладно, друзья, всем спасибо, всем пока за просмотр. Давайте, всем удачи, берегите себя и своих животных.